мы не инициировали много лет никаких разговоров и вопросов, связанных с этим голубым движением. Да. Были они и были, никто их не запрещал. Там, со времен там, 90-х годов, когда запретили статью за гомосексуализм, как бы про это все забыли и больше ничего не говорили. Но через некоторое время, именно усилиями самих вот этих гей-сообществ, которые требуют там, гей-парадов, требуют, чтобы в школах что-то там преподавалось, менялись какие-то сказки, чтобы их права защищались там, на уровне каких-то фильмов там, или в книгах, там, воспитывалось в школах определенный какой-то компонент вводился, который бы к ним толерантно относился. Это все взяло и спровоцировало консервативное население на довольно резкую реакцию. Тем более то, что началось сейчас во Франции, когда однополые семьи стали получили возможность усыновлять детей. Это стало как бы звоночком для нашего общества. У нас началась дискуссия. А Госдума, там сидят депутаты, там сидят политики. Это люди, которые любят набирать очки на какой-то хорошей теме. Когда они видят, что общество волнуется на эту тему и видят, что там 80% по опросам хотели бы запретить пропаганду там геев или лесбиянок или кого угодно, то они понимают, что они на этом наберут очки. Они начинают просто придумывать эти законы и их утверждать и получать. И сейчас там те же «Единая Россия», там «Справедливая Россия», они пиарятся за счет вот этих самых законов. Поэтому геи сами, грубо говоря, виноваты своим вот этим агрессивным поведением. Они вызвали такую жесткую реакцию против себя.